Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт. Осенняя элегия» на стихи замечательной поэтессы Ольги Мельничук. Музыка исполнения самого Фрумовича, видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Осенняя элегия звучит, воспоминаний светлой грустью умчалась умоительная жизнь туда, где жизненная а в сердце ручеёк любви журчит. Назло всем осеням и бурям надежно чувства не прошли зимни. Надеждами меня балуя, а в сердце ручеёк любви журчит, назло всем осеням бурям. Наверное, чувства не прошли зенит, надеждами меня балуя. Но птицей песня грустная летит, душе не спрятаться, не скрыться. Знакомый близок мне ее мотив, как хочется в ней раствориться. Желание вдохновенное одно, а нужно два, чтоб неделимо войти в зенит предел не суждено. Но ты по-прежнему любимый, желание вдохновенное одно, а нужно два, чтоб неделимо войти в зимний предел не суждено. Но ты по-прежнему любимый. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Осенняя элегия». Стихи Ольги Мельничук. Видео из интернета.